Отточенный удар и четкая подача мяча. Ярослав пришел в спорт в 8 классе и с тех пор нацелен только на победу. На финальных соревнованиях по волейболу среди юношей он в очередной раз показал свое спортивное мастерство. Мы все команды настроены на победу. Мы тренируемся 2 раза в неделю и, в принципе, горим этой целью. Сначала команды играли в отборочных этапах в рамках спартакиады школьных спортивных клубов. На финальный этап вышли лучшие из лучших. Участниками соревнований стали 5 команд из учебных учреждений округа. И сегодня каждая команда, для того чтобы выявить сильнейшего, сыграет с каждой из соперников. Поэтому будет действительно честно и действительно будет интересный, красивый, зрелищный турнир по волейболу сегодня у нас. Ребята со спортом давно на «ты». У юных спортсменов уже немало достижений в волейболе. Свой спорт у меня позвал папа. У нас очень спортивная семья. Так, футбол, баскетбол, волейбол. Раньше ходил, баскетбол, волейбол занимался, потом перешел уже чисто на волейбол. Все команды-призеры получили медали, а каждого участника финала наградили грамотами от Комитета спорта Одинцовского городского округа. Екатерина Крамер, Олег Кривоножкин, телекомпания «Одинцово».